73 журналиста, 32 номинации, более 1000 работ. В областной столице прошел торжественный прием губернатора в честь Дня российской печати. На традиционном балу прессы работала наш корреспондент Дарья Тептелева. Каждый год в январе в областном центре чествуют журналистов и руководителей СМИ, победителей конкурса «Ответственность. Позиция. Признание». В течение всего 2015 года журналисты освещали темы импортозамещения, строительства, демографической политики, партнерских связей региона и многого другого. Среди тех, кто получил награды из рук главы региона, были сотрудники нашего телеканала. Так, в номинации «За лучший медиапроект» победил Александр Козлов, автор проекта «Губернии-33. Я собственник». Проект как бы практически ориентированный. Я, во всяком случае, как автор, считаю, что в нем много полезной информации для жителей города, и не только города, области. И вот если эта полезная информация будет до них доходить, и она станет им действительно полезной, то вот, наверное, вот это будет главная награда. В номинации «Туристическая привлекательность Владимирской области», лучший руководитель СМИ, автор проекта, награду получил наш проект «Тур на спор». На мой взгляд, турпроект – это уникальный проект. Такого в обозримом прошлом на Владимирском телевидении не было. Проект, который бы делался на несколько регионов сразу и демонстрировался, крутился бы на федеральном канале. Поэтому я считаю, проект «Тур на спор» у нас удался. Это гордость, это заслуга нашего телеканала. Мы с февраля запускаем новый канал. У нас будет масса новых интересных проектов. Смотрите все «Губернию-33». Должен сказать, что я ваш последовательный телезритель. Я смотрел практически все ваши программы. С удовольствием смотрю, как вы развиваетесь. Тем более, что журналистский цех у нас ведь не очень большой. Да? Поэтому я знаю, что у вас в компании работают в том числе и те сотрудники, которые, с которыми когда-то мы вместе работали. Это происходит, то есть взаимная передача опыта. И я надеюсь, что вас впереди ждут большие успехи. «Губерния-33» получила награду за активное участие в освещении новых проектов Торгово-промышленной палаты Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова оценила проделанную работу очень высоко. Мы, конечно, гордимся тем, что в этом году в число награждаемых вошли сотрудники нового государственного телеканала «Губерния-33». Думаю, что они вошли заслуженно. Это профессиональный коллектив. Много было критики, когда создавался телеканал, что там будет каждый день выступать губернатор. Губернатор там на сегодняшний день выступил один раз. А все это для людей, все это для граждан, все это для гражданского общества. И, надеюсь, так же и дальше будут работать и этот коллектив, и многие другие. Полный список всех победителей вы найдете на нашем сайте trk33.ru. В мае этого года он еще расширится призерами от Союза журналистов. На протяжении приема для СМИ выступили лучшие музыкальные коллективы нашего города. А композиции в исполнении камерного струнного оркестра областной филармонии погрузили гостей праздника в атмосферу настоящего бала. Дарья Тептелева, Виталий Сергиев, Александр Горшков. «Губерния-33».